В минувшую субботу Бердск отметил свое 305-летие. Наш город – важный промышленный центр региона. Место с интересными достопримечательностями, памятниками, музеями и природными красотами. С трех сторон окружен водой и лесом. Есть у нас и здравницы. Недаром Бердск называют городом-спутником мегаполиса, городом-курортом «Жемчужиной Сибири». Бердск входит в рейтинг лучших мест для отдыха. Подтверждает это и то, что он вошел в маршрут первого креативного туристического фестиваля «Обское кольцо». Новосибирская область в 2020 году была признана одним из 20 привлекательных для путешествий регионов России. Маршрут автопробега был рассчитан на 3 дня и приурочен сразу к нескольким юбилеям, в том числе к 305-летию Бердска. К нам приехали реконструкторы и музыканты. Городу, в свою очередь, тоже есть что показать. Мы показываем, например, в Бердске фильмы своих мультипликационных студий, да, которые у нас есть, это «Дом и арбуз», скажем так, реклама культурной жизни. Концерты под открытым небом, выступления духового и эстрадного оркестров Новосибирской филармонии, показ мультфильмов для детей и научно-популярного кино, встречи с новосибирскими кинодеятелями. В рамках фестиваля в Бердск привезли пушкинскую карту. Молодежь от 14 до 23 лет сможет посетить учреждения культуры Новосибирской области бесплатно. В программу включены спектакли и экскурсии.